Ульяновская область приняла активное участие в работе международной выставки форума «Россия» на ВДНХ. Регулярно на стенде региона проходили различные мастер-классы, викторины и другие активности. В день Ульяновской области агентство по туризму разыграло 3 путевки национального туристического маршрута «Дворянин на Волге». В числе счастливчиков оказалась семья Телегиных. И там был день Ульяновской области. Вот, ну, мы сели в зрительном зале, вот, внимательно слушали рассказ, вот, кстати, о том туре, который я в результате выиграла. «Дворянин на Волге». Очень интересный тур, мы с удовольствием прослушали. И вдруг, значит, ведущая объявила розыгрыш путевок. Вот, нужно было ответить на несколько вопросов. Вот, я на несколько вопросов как раз смогла ответить, и в результате я в Ульяновске. Одна из точек остановки туристов, которые путешествуют по маршруту «Дворянин на Волге» – музей-салон камня «Симбирцит». Здесь туристы буквально погружаются в глубину веков. Гости предприятия сначала знакомятся с каменными находками, найденными на территории Ундоровского залива. Затем идут на производство, где им показывают, как симбирцит очищают, обрабатывают, режут. В следующем зале можно заглянуть в мастерскую ремесленников, которые создают из породы настоящие произведения искусства. Завершает экскурсию по музею знакомство с симбирцитовой залой, где можно почувствовать себя царственной особой и примерить настоящую корону из симбирцита. В рамках национального проекта «Туризм, индустрия и гостеприимство» в 2022 году у нас появился наш национальный туристический маршрут «Дворянин на Волге». Он включает различные комбинации. Это можно провести здесь и 2 дня, и 3 дня у нас на территории города, познакомиться с различными эпохами развития нашего региона. По данным агентства по туризму, прирост туристического потока в Ульяновскую область ежегодно составляет 15-20%. Гостям региона предлагают также маршруты по геопарку Ундория, национальному парку Сенгилиевские горы. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.